Продюсер знает все. Это помнят все участники смены «Зимняя детская киноакадемия». А все потому, что мастер-класс для них преподает продюсер Наталья Тетерина. У нее за плечами сериалы на телеканалах СТС и ТНТ, а также множество фильмов. На «Зимней детской киноакадемии» Наталья Тетерина делится опытом с юными киноакадемиками. Я постараюсь их научить каким-то алгоритмам, которые будут работать всегда. Как в профессии продюсера, так и просто логически. Потому что иногда в нашей профессии впадаешь в панику. Но если у тебя есть логический механизм, он тебя и успокоит, и выведет из кризисной ситуации. Продюсер обеспечивает необходимое для работы, ведет переговоры со всеми, кто может помочь съемочному процессу. Также может быть вторым режиссером, администратором, гримером и выполнять функционал еще 30 человек. Наталья Тетерина рассказывает истории из собственного опыта. Тот актер, который туда планировался, уже ушел, и продюсеры захотели туда какую-то звезду. И вдруг продюсеры с канала утверждают нам на производство туда актрису Лядову, который никак не Зинович. После чего пришлось переделать, потому что мы не смогли переназвать начальника канала, но она стала Леонида Зиновьевна. Хороший продюсер всегда вежлив, но настойчив. Обязательно пунктуален и внимателен. Если что-то не получилось, ищи альтернативное решение. Иначе никак. Фильм должен быть снят. Взаимоотношения и весь съемочный процесс часто зависят от его действий. Знаешь, что тут мне посмотрел, говорит, мало ли как я по черпушке нарисовал. Я художник, я так вижу. И я говорю, ну ладно, я продюсер, я за слова отвечаю. И говорю про технику, поджигай дверь. Участник киноакадемии Дмитрий Дергачев занимался на киностудии в своем городе. Там он был одновременно и режиссером, и оператором, и монтажером. На киноакадемию он приехал за новыми знаниями. На самом деле я осознаю, что это очень трудная работа, которая требует лидерских качеств и очень большого ума, а главное умение находить выход из любых сложных ситуаций. У юных киноакадемиков впереди 2 недели и 1000 возможностей снять кино, достойное мировых кинопремий. А в этом и помогут преподаватели, знаменитые продюсеры, режиссеры и актеры.